на вид. Эван, Эван, горе разработчик создал он игру, что всех повергла в ахуй. Шаттер Пиксел Данжен, пиксельный пиздец, где баги словно монстры рыщут тут и там. Он код хуёвый пишет, баланс не блюдет, игроков он злит, покоя им не дает. Персонажи глючат, враги непроходимы, и каждый забег превращается в пытку. Интерфейс говно, управление мусор, сюжет отсутствует, лишь боль и пустота. Эван, Эван, ты же программист, а не монстр. Как можно было сделать такую поеботу? Он код хуёвый пишет, баланс не блюдят, игроков он злит, покоя им не дает. Персонажи глючат, враги непроходимы, и каждый забег превращается в пытку. Но Эван не сдается, он упрямо пилит, новые версии игры нам всем обещает. Но верится с трудом, что станет лучше вдруг, ведь он уже не раз нас всех наебал. Он код хуёвый пишет, баланс не блюдят, игроков он злит, покоя им не дает. Персонажи глючат, враги непроходимы, и каждый забег превращается в пытку. О, Эван, Эван, когда же ты поймешь, что Shattered Pixel Dungeon — это полный пиздец? Уйди, оставь игру, дай шанс другим, ведь она не создана для такой хуйни.